Бен Стин, рэпер-целитель, который обещает решить психологические и кармические проблемы, принимает биткоин-платежи. Как сообщает Имгур, он ходит по улицам Нью-Йорка, в основном на Манхэттене, в районе Гринвич-Виллидж, с рекламной табличкой в руках, на которой указано, что кроме PayPal и Venmo, он принимает оплату в биткоинах. Как уже известно, криптовалюты стали популярными даже среди тех, кто не интересуется компьютерами. Недавно бездомный в Кёльне, Германия, стал в качестве пожертвования принимать эфир вместо евро.